находитесь перед картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Лифта». Картина пишется 10 годами позднее. Посмотрите на лицо Мадонны. Оно прекрасное. Ничего не происходит особенного. Это обыкновенная, очень жизненная сцена. И вместе с тем эта картина очень торжественная, очень, опять-таки, проникнута этим бережным, внимательным, любовным отношением к людям, к человеку, к матери и ребенку. И вот как раз эти и свойства творчества Леонардо да Винчи. Но прелесть Мадонны Лифта не столько даже в совершенстве этих черт, сколько прежде всего в выражении этого лица. Выражение неуловимым, ускользающим от нас. Он дает лишь только направление взгляда, но сам взгляд зарисовываем мы сами. Он дает лишь только намек на улыбку, но саму улыбку тоже придумываем мы сами. Причем каждый из нас по-своему, в силу собственного воображения и даже настроения в данный момент. И вот поэтому последний штрих в этой картине Леонардо за каждым из нас. В этом тайна особого колдовского очарования, которое излучают образы Леонардо да Винчи. Profilo o quasi. Abbiamo un altro occhio che spunta. Abbiamo queste mani e abbiamo queste due finestre che aprono su un paesaggio infinito, umido, lombardo, verdeggiante, fresco, che non è una prospettiva solo lineare ma atmosferica, per cui lui studia l'ottica e vede che le cose azzurre sono più lontane rispetto a quelle verdi, perché l'occhio non percepisce solo dentro quelle linee e le dimensioni della prospettiva, ma ha un altro modo di vedere, più ampio, più complesso.